Доброе время суток, дорогие детишки. Мне надо быстро и решительно разобраться с этим мудаком. Я не хочу здесь опять сидеть по углам, шариться, блин, в темноте. По 40 минут времени, сука, игрового. Да и реального, в общем-то, тоже, блин. Как, блин, мне надо вот как? Откуда я пришел? Где я вообще сейчас нахожусь? Где ты? Ага. Мне... Стремительно захотелось просто бежать, например. Куда-нибудь подальше от этого мудака. Кажется, я что-то задел, так что. И просто бегом уже куда-то, может быть, случайно наткнуться на выход. Ну там вход, да, то есть там ничего не надо. Здесь ничего нет. Здесь закрыто. Здесь, ну да, здесь все херня. Короче, он опять пошел туда, куда мне надо. Вот сука. И он постоянно где-то тут тусуется. Ну почему здесь такие узкие коридоры-то? Ну кто решил, что это хорошая идея, реально? Где тут что можно схватить? Я что-то задел в прошлый раз. Вот, какая-то кусок трубы. Нет, это деталь какая-то. Отвали отсюда, бульбазавр. Что-то я зафакапил, по-моему, сейчас. Я поскреб этой херней, блин, по трубе, твою мать. Да пошел ты в жопу, в самом деле, блин. Он за мной идет? Надеюсь, что нет. Жалко, что нельзя переборку какую-нибудь нахер заблокировать. В хлам. Вот такую ж, ну. Это он туда прошел? Да, такую, ну, широкую, мощную переборку. Нахер закрыть его где-нибудь, запереть к ядрине фене. Давай, до свидания. Он прям по пятам за мной все время идет, тварь. А, ну вот, я нашел эту комнату, которая мне нужна, собственно. Что других я никаких тут не вижу. Приоритетов, так сказать. Так вот как... Ну я могу свет в той комнате выключить для начала. Это уже бонус. Надо попробовать. Может быть... Закрыть дверь? Не знаю. Попытаться. Он ее откроет, конечно, но... Я водяной. Сказал бы он, но он не может. То, что у него тентакли вместо рта. Это что значит? Ты меня увидел, что ли? Нахер ты не пошел бы? Блядь, чуть за херня. Ну это уже очень серьезно. Пошел ты в жопу, блин. Прекрасный выбор, я могу сказать. Какого хера ты меня вдруг начал видеть? Пойди спроси, блядь. Это вот так мы сделаем. Опять ты здесь, да сука ты, блядь. Блять, я из-за этой херни он меня слышал, что ли? Иди отсюда. А ну иди отсюда нахер. Фак. Чё ж так недалеко кидаешь, мудак? Чё-то внезапно так тихо стало.
Козлина. Ну, сейчас он меня опять заметит. Чем предмет нельзя кинуть там на 20, сука, метров? Ты гранату в школе не кидал никогда, что ли? Нормы ГТО, сука, блядь. Готов к труду и обороне. Мразь. Шо отсюда нахер? Мне интересно, что будет, если просто двери закрыть? Может, он перестанет сюда ходить? Например. Ну, он, по крайней мере, обошел вокруг. Окей. Подожди, это свет опять горит или нет? Почему зеленый индикатор? Нет, он не горит, нихера. Блять, меня бесит просто этот сегмент идиотский со всех сторон. Я 6 минут уже в никуда не потратил. Потратил в никуда, то бишь. Из этого мудня. Упор этого, блин. А здесь точно не как в амнезии, блин, что типа 5 раз попади ему в руки там или 3 раза. И он исчезнет нахер. Потому что это невыносимо уже становится. Скажем откровенно. Чего? Не понял сейчас. Что там происходит вообще? А он открыл, сука, дверь просто обратно. Вот мудак. Слушай, мне реально надоело. Я здесь никуда пройти не могу, вообще решительно никуда. Никого? Ну ты, дура, ответь мне, открой дверь, что-нибудь сделай. Я знаю, что ты там. Не хочет. Хоть ты перни. О, ёпта, я нихера себе, я еще и так могу делать, оказывается. Вау, кто бы мог подумать. Смотри-ка, почти всю игру прошел, даже не знал, что под стол можно залезать. Охренеть, вот это поворот, блин. Пошел нахер отсюда, ты меня не видишь, я в домике, бледина. Меня, блин, долбанный ксеноморф не мог найти, блин, под столом. А ты тут, блин, косплеишь его, что ли, пытаешься, блин? Лошара, блин, нихера у тебя не выйдет. Ты знай. Сука, он вторую дверь открыл тоже, блядь. Да твою мать-то, ну пошел ты нахер. Уходи. Уходя, уходи, блин. Не хочет? Давай уже как хочешь. А хочешь, так давай, блядь. Сука, ты тупая, блядь. Чё ты пасёшься? У тебя там херва куча места. Ты можешь, например, к шлюзу входному съевалить нахер отсюда, блин. Ну вот. Какого хера? Кто его программировал так, что он, блядь, ходит только по 5 метрам, блядь, туда-сюда-обратно, блядь? Больше некуда пойти, что ли? Что это за бред-то вообще? Томило, блядь, реально.
И, сука, ты с лазарета не отвечает опять, блядь. Кабинет еще какой-то остался. Не знаю, может, там кто есть. Блядь, да твою ж мать. Да уходи ты уже! Ну что это за хрень? В самом деле, блин, ну ты ж нонсенс. Неужели, блядь? Я могу... Видимо, не могу. Кажись, он ушел. А куда мне идти? Тут некуда идти. Что я должен сделать? Я не догоняю вообще. Понятия не имею. Я, может, я какой-то... Блядь, ну я ничего не пропустил вроде. По крайней мере, по карте не выглядело так, что я мог куда-то вообще пойти в целом. Блядь, я не знаю, где он. Да вставай давай. Что это, блядь, значит? Не знаю. Может, этот коридор, из которого он постоянно выходит, я уже не знаю, что делать, реально. Помехи эти тоже, блядь, откровенно раздражают. Когда на них смотришь, я имею в виду. Да, блядь, бегом. Ну, я здесь везде был, это кольцевая тупо. Ну да, тут нихера нет вообще. Куда мне идти тогда? Что ты сюда-то обратно идешь, я не понял. Что он делает, блядь? Да кто, блядь, ну... Я дверь для кого закрыл? Чтоб ты побился в башку и в нее, блядь. Ибо what the fuck. Сука. Я не знаю, что от меня хотят вообще. Я что-то где-то, может быть, не знаю. Ну, тут нет нихера, блядь! Кроме этой двери, которую я почему-то раньше не заметил. Баран тупой, блядь. Я думал, что она закрыта в хлам. Она нихера не закрыта. И не в хлам. Открывайся ты или нет, блядь. А, ёпта. Фейл. Это они, суки, специально сделали, что она так медленно открывается. Охеренно классно, блядь. Тут есть какой-нибудь стол, под которым я могу спрятаться? Нет. Конечно, нет. Где это, падла?
Не знаю, блядь, мне уже надоело. Привет, блядина. Сюда иди, ко мне, блядь. Где дверь-то это была? Бля, я забыл. Нет, не там. Здорово. Да-да, иди сюда. Мразь. Да неужели, блядь? Что тут еще есть? Бегом, блядь! Ну нахер! Господи, да неужели, бля, я нашел хоть что-то дальше, бля. Что здесь вообще происходит? Где это я? Отсоси, наверное. Так и знай, блин. Охереть, блядь, это ж чудо какое-то новогоднее, блин. Неужели, блин? Закройся. Слава яйцам. Блять, как я мог... Я не знаю, а как я мог определить, что она, блин, типа, можно ее открыть, блин? Все остальные такие же двери были закрыты, блять. Но я и подумал, что та тоже даже не подходила к ней. Эта кнопка, хер заметишь ее, блин. Вот. Ну ладно. Видимо, я все пропустил. What the fuck? Чё ты так тормозишь-то? А места тут-то как не было, так и нет. И где? Вот. Подожди, почему дверь открылась только что? Ну нахер иди. Окей. Ну, допустим. Так, после столкновения. 12 января. Небольшие структурные потери. Связь остановлена. Все живы. Так, бла-бла-бла. Нас осаждают монстры. Окей. Радио не работает, там кранты. Why? Внезапно. Статус фи. Это куда нам надо, да? Я... Туннели доступа печаль грусть. Площадка запуска окей, центр управления окей, сборка окей, станция исправна. Зашибись, тема. Космическая пушка Омега. Гибкий ствол. 1 000 000 километров. 10 тонн. Скорость бла-бла-бла. Похер. Туннели доступа что-нибудь нехорошее случится, да? То есть нам, короче, туда надо. Дверные замки. Каюта. Рос Йохан. Йохан. Лазарет. Без персонала. Гонева. А. Окей. А я где? Да хер знает. А. Спасибо. Окей. Видимо, не... Смольный? Алле, алле, барышня! Алле, алле! Барышня! Барышня, блядь! Ну ладно. Зачем я пытаюсь куда-то позвонить? Эй, Лиссабон, нет? Кадис, нет? Где там хоть какие-то люди оставались еще? Да нигде, да какая разница, в жопу все пошло. Эй, здрасте, блядь, есть тут живой, типа, человек? Хочу ли я заходить в каюту Росса? Эй, чё-то не уверен. Здрасте. Спасибо, что предупредил. Ну ладно, тогда я пойду. Рос. Ну-ка. Я понял уже. Слышь, не это. Не действуй мне на мозги, блин. Дай я покопаюсь в твоих вещах личных.
Да, я понял, ты уважаешь высшую математику со всех сторон. Окей, спасибо. Дневник. Измененный Нил. Мы попали в засаду и врла-ла-ла. Глаз сорчал, Циолковский Кутси, а Баклер в лазарете, прогноз неутешительный, окей. Кутси сходила в разведку. Ну-ну-ну. Выходить на... Ага. Горстку крошек. Ну-ну. Окей. Группа инженеров... Как они до сюда... What the fuck? Сейчас запустите с космической какой-то ковчег, бла-бла-бла. Где есть странная награда? Окей. Ну окей. Допустим. The pattern has stopped evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Ну, допустим. Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going. But it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional. The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. The WoW is reaching out. Интересно, а голос ему дадут, этому Нилу? Или Рос будет распространять его веру? Trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Еще раз. Where is the line drawn? Подожди, подожди. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. Yeah. But really, what is good enough? Where is the line drawn for what is human and what is not? Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? We can't trust a machine to know, to understand what it means to be. We have to terminate the WoW project. It can be done. I just need to get some help from Omicron. Ну, я здесь. Я пришел, чтобы помочь, очевидно. Зачем все эти фотки? Можно... Там почти никогда ничего не написано полезного сзади. На кой хер? What the fuck? Это то, что было изначально, да? А то, что стало, это... Какая из них то, что стало в конце? Вот это? Ну, не так, чтобы сильно оно изменилось, прям скажем. Окей. Да ладно, нехер здесь делать, короче. Так. Что это? Что это? Хер знает. Лазарет меня интересует. Влад. Что там? Кто там? Кто там отвечал на мой звонок? Какой-нибудь очередной робот или сам делишный человек? Что вряд ли, конечно. Опа, привет. Different. Nice suit. Used to have one just like it. Okay. Are you human? А что, не видно по ней? Что она человек? Payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. Уже нет. You mean at Omicron? Yeah.
There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. Я везде был. Да. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? Я так понимаю, ненадолго. Примерно до того момента, как я вот нажму на ту кнопочку, которую отключить Simon нахер. Stationed out? Говорит. Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? Блять, вот это самый, конечно, важный сейчас вопрос. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. Ah, no. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. И как интересно ты его охраняешь, расскажи ко мне. Bring myself to let go. Tell you the truth. Сидя вот в этом кресле охеренном. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. А это он и есть? Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? А, ну окей, тогда ты... Ну ты бы его, конечно, мощно охраняла, да. Что бы ты сделал, интересно? Давай, до свидания. If I knew you'd come, I would clean this place up a little. Would you stay with me, please? Легко. Это ненадолго все равно. Hi. Bye. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray. На вид тебе лет 50, я тебе так скажу по секрету. Wish I could have died at home with my friends. Да, и последнее, что видишь в жизни, это, блядь, ходячий скафандр, блин. Охеренно, классно. Без башки. Шикарная композиция. Зачем ты мне все это рассказываешь? Надеюсь, в тебя не вселится эта жижа тупая, ты не будешь за мной бегать после этого? Прям немедленно. Потому что мне надоело, что за мной постоянно кто-то бегает. Что ты слишком долго живешь, а? Слушай, сдохни уже, а? I liked Pathos. Liked my colleagues. And Nick. Слушай, ты прям как Тринити, блин, которые проткнули везде, блин, и даже не в половом смысле. А она умирала еще минут 15, сука, блядь. Simon, you still there? Нет, меня тут I'm here, нет. Sir. Don't let him die, okay? Send them out there to the stars. Прилез. Сдохни. Все? Ошибись. Black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Окей. Ну ладно. Что пишут? Интерком. А не, подожди, кто там? Будет забавно, если Зоидберг ответит. Нет? Нет? Ну ладно. Нет. А, похер. Так, ладно, дверные замки, это мы уже видели. Фото. Пафос. Пафос. Больше пафоса. Окей. Немножко на меня похоже, ну ладно. Это... Кто это? Не знаю. Это... Зазнобы Саймона. Какая прелесть. Окей.
Ладно, ничего интересного. Зашибись, тема. Так, так и пойдем? Окей. А как ты по лестнице спускаться собираешься? No way I can climb a ladder while carrying the ark like this. Эй, вот. А и что тогда? Я не могу ничего сделать. А, лифт. Окей. Бульк. Ладно, ну давай дайв рум, наверное. Я не знаю. Допустим. Я думал, можно кинуть просто херак и пару бэтблоков сделать, чтобы еще и там, в этом типа раю за ними гонялся какая-нибудь херня, блядь, в скафандре. По иронии судьбы. Да я понял, где ты в жопу, в самом деле, блин. Рост, твою мать. Кто зеркало сломал? Какая мразь? Что это? Что это? Не знаю. Похоже на зубную щетку. А это что? Куда это? Хер знает, не подписано. Ой, пошел ты нахер! Хер, слышишь, ты мне... паришь мозг. Вот как этому парню. Вам надо было все сесть в батискаф и нахер сплыть на поверхности, блять, построить человечество заново, например. Было достаточно людей после падения кометы, чтобы типа все полностью отстроить. Вон. Так уже делали. Эй, Педерсон, Педерсон. It's okay. Just let it out. Let it all out. Ну-ну. What the fuck? Ну да, это все каюты, это я вспомнил. What the fuck is this shit? Хочу ли я знать, вот это. Fuck that. Иди-ка ты нахер, животное. Где тут дайв-рум? Вот там. Здорово, пацаны. А ты еще жив? И ты вот ты за мной. А, Ивашкин? Окей. Алексей! What the fuck did we do? Hey, try not to think about it. My whole life, I've been a good man. We messed up, Sarah. There, there. Should have launched. Taken the chance. There's time. Ivashkin says we could try again, when things calm down. Gotta do it, you know. You got to. Ну ладно, Ивашкин, конечно. Дай хер с собой. Кому ты нахер нужен такой красивый, блядь? Гоу вниз, блин, уже в конце концов. Давай, заканчивай. Ну, не в этом эпизоде, может, в следующем. Может, через один. За. Утомило. Это все прикольно, конечно, но утомило. Что-то нехорошее происходит. Явно. Костюмов вроде больше нет.
Окей. Мне надо паниковать или что происходит? Видимо, нет. Окей. Я так понимаю, повесить сюда? Нет? А, поставить туда. Да. Ну. Что значит нет груза? Прелестно. Поехали! Ну, конечно, да, разумеется. И что вы мне предлагаете сделать? Эй, фак. Или так и надо было сделать? Окей. Наверное, так и надо было сделать. Я не знаю даже. Я ничего не могу нажать больше. А дальше ты заполняться собираешься? Да. Пойди разбери. Что, мне надо что-то сделать? Я не понимаю. Что тут? А, вторая труба. А почему у меня глюки вдруг пошли? Что, еще трубы? Окей. С каких пор это было плохо, я не понял. Прелестно. Сим-сим, откройся. А, типа его нахлобучило от того, что давление разное, да? Ты само-то доедешь вообще? Надеюсь, что да. А я как туда дойду? Хер знает. Относительно просто это. Ну ладно. И они не могли это все сами сделать до того, как все вообще пошло по одному месту. Почему exactly? Чё их? Зачем они остановились? What the fuck? Why? Why они остановились? Тут, по-моему, все элементарно делается. И вначале еще монстров такого нереального количества не было, наверное. Что-то мне не нравится эта движуха по трясущемуся экрану. Я слышу, ты куда втопил-то? Ковчег, подожди. Окей, и какие дальше ваши предложения? Я мама. Окей, what the fuck? Что мне тут? Куда мне идти? Я понял. Спасибо, что настолько прямолинейно. А кальмары? Надеюсь, кальмара не будет? Мне не нужны кальмары.
Или что, где я вообще? Блять, что за херня тут плавает? Окей. Что-то мне все это не нравится. Откровенно говоря. Пора бы эпизод вообще заканчивать так-то. Что так тяжело? What? Что? What the fuck? Окей. Внезапно альфа, допустим. Ну, ладно. И здесь Нио тусуется в этой альфе? Нет? Что? Где? What? What the fuck? What the fuck? Ну, здесь явно никого живых не будет, это, блядь, факт. Блядь, а можно как-то вот не... Что мне... Что с этими дверьми, блин? Я устал их открывать, между прочим. Нахер иди. Тут тупик или что? Нахер иди. Ну... Хер пойми. Будем считать, что тупик. Эп. Здрасте. Так, это какие-то компьютеры. Окей, видимо, мне сюда. Здрасте, левель 7. Левель 7. Ой, иди нахер, Рос, в самом деле. Вот там. Tell me what you want, what you really want. Чего? Окей. Окей. What? Saying this toxin inside of me can kill the WoW altogether? You are the snake, Simon. Now strike at the heart. Okay. В какой момент я это что вот? А? Не знаю, но ладно. Я согласен. Здорово, Рос. Чё как? What the hell is that? It controls all the structure gel on Pathos 2. All you need to do is poison the imprint, and the heart will unwillingly spread it across Pathos 2, killing it. Что-то это на жопу похоже. Feed it, Simon. Push your arm into the heart. А у меня есть выбор не делать этого? Come on. Do it. Да я не хочу. Вот не хочу и все. Но мне не нравится эта идея. Откровенно говоря. Ну ладно. Кто заказывал проктолога? На нахер! Бля! Жопа у тебя, конечно. А что было бы, если бы я ушел? Тут две концовки, что ли? Хрень какая-то. Здорово. Please, I did what you wanted. You're good, Simon. But you can't leave.
Why? The only way to make sure the WoW stays dead is to destroy the only one who's immune to the new pattern. Спасибо, не надо. I'll make it quick. Окей. Ну, спасибо, краб. Я пошел. До свидания. А если бы... Окей, а что было бы, если бы я реально просто взял и ушел? Что происходит, блядь? Отличный коридор для того, чтобы краб прямо за мной, короче, этот кальмар мудацкий. Быстро и решительно плыл. Отлично. Он у меня прямо за спиной, да? Нет? Сука, бля. А как бы мне эпизод бы закончить бы? Потому что как бы... Чтобы как бы... А то боюсь, что следующий будет длиной в 5 минут. Ау. Окей. Ты такой же, как и все, реагируешь на движение или что происходит? Я не понял. Что это было вообще? Хер знает. Я не знаю, что они имели в виду. Мне надо было ныкаться или не надо было ныкаться? Отсоси, Новик, понял? Я вернулся. Чё, что так далеко бежать-то? Блять, ну сука. Отпусти меня, чудо-трава, в конце концов уже. Зашибись, блин. Я небось каждый раз все дальше и дальше нахожусь. Или ближе. Я не знаю. Блять, где я? Что? Что, блядь? Что, где? Блядь, куда? Куда идти-то? Нахер иди? Животное, блядь, я уже так близко. Иди в жопу. Я вижу кнопку. Я знаю пароль. Я вижу ориентир. Нахер иди, блин, Дина. Да пустите меня уже. А ковчег все это время вообще где? Лошара. Обломись, моя черешня, блядь. Я нихера не понял, ну ладно. Я не знаю. Ну, допустим, следующий эпизод будет 10 минут насрать. Вообще похер. Ну ладно. Пойти на YouTube, что ли, посмотреть. Что будет, если просто взять и уйти? Ладно, похер. Соответственно, на сегодня все. Шерьте лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк на книги для жалоб по предложению. А секция для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.